Так, сегодня хотим протестировать на антенном анализаторе антенну, которую советовал на ютубе UR3 QQC. Штырь медный 48 см и противовес 48 см. На 2 метрах тестируем на антенном анализаторе. Сюда покажу. А элемент пассатизы он указывал? Вот такой у нас. Сильно много биомассы рядом с антенной, я думаю. Ну что, нормально должны быть показатели. Вот у него резонанс 151. На 151, 1,2 КСВ. 151, так. А на 145 что там у нас? 145 убегает, да? 145, 500, 2,5. Это лучше, чем штатное. А усиление? А, Вань, 3,7 дБ. А тут у него, смотри, какое усиление. Десяточка идет, 11 даже. Так, ну что, короткий сильно, да, получается? Что если его чуть подлиннее сделать, он у нас и отойдет на 145. А давай на 70 сантиметров проверим. Чем меняется показание? Можно угол поменять, это? Да, если давай. Это, давай на 70 проверим сейчас еще. 70, что у нас покажет. Сними приборчик. По-моему, больше вопросов будет, что это за прибор. Нахуй нам ваша антенна. Так, что там у нас? 461. 1, 2, 3. 461. Угу. Ну все, давай.